Генпрокуратура вручила подозрение троим руководителям главного управления столичной полиции. Их подозревают в возможной причастности к трагедии в Княжичах. В ГПУ готовят ходатайство о мере пресечения. Керівний склад головного управління національної поліції в місті Києві, зокрема начальник управління, заступник начальника відділу територіального підрозділу та співробітник діючий спецпідрозділу цього головного управління. Саме замах вчинення умисного вбивства, замах на вчинення такого злочину, а також перевищення влади службовими особами національної поліції, що спричинило тяжкі наслідки. Напомню, трагедия произошла 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи под Киевом. По официальной версии, столичные оперативники совместно с кордом готовились задержать группу злоумышленников, которые обворовывали частные дома жителей столицы и Киевской области. Во время проведения операции в Княжичах в соседнем доме сработала сигнализация. На место приехала группа полиции охраны. Наряд принял оперативников Заворов и пытался их задержать. За последних вступился спецназ. Началась перестрелка. В результате погибло 5 полицейских. Сразу после трагедии делу присвоили гриф «секретно». Главная версия правоохранителей – несчастный случай. Но в Генпрокуратуре с этим не согласны. Там говорят, убийство было умышленным. Позже Юрий Луценко заявил, дом был ограблен дважды. Сперва злоумышленниками, а потом правоохранителями. Дескать, полиция охраны, когда выносила элитное спиртное из дома, увидела оперативников в засаде, после чего и началась перестрелка. Фигурантами дела в Княжичах являются более 20 правоохранителей. 8 человек уволили, 12 получили служебное взыскание. Глава МВД Арсен Аваков признал, трагедия в Княжичах – результат недоработки полиции. Но до сих пор окончательных выводов, почему же произошла перестрелка и, главное, кто ее начал, нет уже более 9 месяцев.